В общем, сижу, долблю карася. Свободная от работы. Оп-оп-оп-оп, клюет, клюет, клюет. Бешеный карась. Свободное от работы время. В ночь работаю, днем делать нечего. Решил поехать. Удочку побросать. Такой тут хороший водоемчик, он небольшой. Но это тут заводь. В заводе сижу. Там правее он основной. Но он небольшой сам. Это бывший маточник. И тут рыба есть серьезная осталась. Ну, я не знаю, тут уже ее как бы так не разводят. Но рыба пооставалась тут сильная. Карпы тут есть серьезные. Но мы пока довольствуемся только карасиками маленькими. С ладошку, на жарёху. Само то. До обеда хорошо клевало. Да, неудивительно, жара сейчас больше 30 градусов. Сейчас хоть ветерок поднялся чуть-чуть. В общем, до обеда где-то с полведерка надергал. Что-то не хочет клевать уже. Может, камера застеснялась. Пока телефон не поставил, вроде бы клевала. Закон подлости. Блин, ветер еще несколько. Натянулась. Нужно, наверное, подальше где-нибудь. И здесь не клевает. Или клевает. Клевает потихоньку. О. Клевает. Дуплет. Два штучки сразу. Такое бывает. Ну, значит, показательное выступление на камеру хорошее получилось. Оп. Оп. Думаю, заснял этот дуплет. Короче, вот этот прекрасный уголок. Вот одна удочка, вторая стоит под камыш, туда бросил. Ну, тишина. На кормачок. А вот улов мой. Такое большое ведро. Ну. О, вот такие на. Ну, пол ведра будет. О. Вот такая рыбалка. Совмещаем работу с рыбалкой. Ну все, пока.